Пилим последнюю серию, так смотрим, давай. Что у нас по заданиям? Ага, работаю. У штурмовиков есть вещь, которая делает их убийство близкими лично. Убейте 10 штурмовиков из дробовика. А как дробовик взять? Тут тяжело дышать. Ну так, выйди отсюда, если тяжело дышать. Где оружейный магазин, ёбаный? Как мне, блядь, снаряжение, навыки, что-нибудь, блядь, я хуй его знаю. Как вот его экипировать? Полуавтоматический дробовик, да. И куда его пхать, нахуй? Может, какую-то кобуру надо качать? А, вот. Вот. Я все, я понял, пацаны, все. Только к 10 серии я понял, ебать, как, блядь, больше оружия носить. Можете меня не чмырить, нахуй. Ну, я тупой, я в этой игре вообще первую часть тупил, нахуй. Так, давай, главное задание тогда выберем. И пойдем. Пошли нахер, блядь! Ой, нет, нет, тебя же застрелили! Хорошие новости не помешали бы. А чё, я не уничтожил, что ли, такое? Я не собираюсь оставаться в стороне. А чё тут не уничтожено? Ты только посмотри! Помоги собрать! Тут какая-то хуйня написана, не уничтожена. А что я тут не уничтожил? А, ёпта! Бегите! Теперь всё. Я хотела бы упомянуть. Ну, допки надо делать, бабки зарабатывать, хуля. Внимание! Массовый беспорядок. Удавляться зимний. Внимание! Массовый беспорядок. Удавляться зимний. Подожди, братан. Блядь, ну ёпта. Убит в бою, охуенно. Теперь хоть по-другому написали. Но, рисайте. Ну, могли бы там, блядь, рядом резать, твари ебучие, блядь. Ой, блядь, какая-то игра, блядь, жесткая, монотонная. Я ебал, блядь. Нет, бы сразу респанули там, нахуй, и все, ёпта. Где выход-то, ёбаный, отсюда, блядь? И что, мне пилить теперь придется вообще пиздец, да? А не, недалеко. Да сейчас разъебем. Так, это тайник, да? Ты не можешь залезть сюда, серьезно? А не, я там был. Стреляй, на помощь!
Джаггернаут, ёбаный. Так-то ну тяжелее воевать, да, сучи, блядь. А то привыкли против одного, блядь. Ой, блядь, какие пацаны серьезные. Сука, и пулемета не дают, гады, блядь. Ебать, еще один чуркас тяжелый, блядь. Да ёбаный, блядь, говно тупое, сука. А, это тоже можно лутать, я не знал, блядь. Давай, залекаемся. Господи, Брэдди, они убили их всех, этих бедняк. Они этого не заслужили, они были хорошими людьми. И разведданные об Уокере тоже пропали. Почему они это сделали? Они знали, что мы готовим. Господи, какой ужас. Не вини себя, Брэдди, ты сделал все, что мог. По крайней мере, теперь Эрлстон поддерживает нас. Тебе лучше отправиться в подземку. Бэриш тебя там ждет. Надеюсь, он знает, что делать дальше. Ну давай тогда займемся зачисткой, блядь, сектора, нахуй. А что ж бабки-то заедают? Мы, блядь, справимся! Брэдди, это Бернет. Мне жаль людей Неда. Их смерть — нарушение всех конвенций о военнопленных. Это означает, что вся кровь была пролита впустую. У нас остались лишь медикаменты, которые помогут мне лечить людей. Они не смогут поблагодарить тебя, поэтому я делаю это за них. Но ты должен спросить себя. Так. Что это за место? Это где я был, да? Да. А, можно переместиться. Но того стоило. Это хорошо, что можно перемещаться, ебать. Чтоб не бегать по 100 раз, нахуй.
Они освободили несколько бойцов сопротивления, арестованных ранее. Пусть это послужит хорошим уроком для чечейцев. Мы готовы свернуть горы, чтобы спасти своих. Смотри, куда идешь. В том числе и у... Так, давай дальше. Вот это хуйтень, наверное. Пойдем освобождать. Так, что за задание-то там? Мы изо всех сил бились с Хэмианом. Взломанные экраны. Нашего города. Не инструментов. И как так работать? Никто даже не думал о возможном поражении. А где эти экраны найти? А, вот эти, что ли? В закусочной Уиллоус полно припасов, в которых так нуждаются жители Эрлстона. Если мы отобьем ее у КНА, сопротивление сможет заручиться поддержкой в этой зоне. Шевелитесь, надо убираться отсюда! Эй, чесхейские ублюдки! Пялись меня через... Нарушители будут арестованы. Залопина! Тут телефонат! Пасан! Фиксите он! Ой, а, это джаггеры, блядь. Дерьмо. Все на землю, замри! Что-то нихуя не понял, блядь. А что тут? А, вот цистерна. Допустим. А, это надо сжечь, наверное. Это зона нулевой терпимости. Преступная деятельность будет караться незамедлительно. Уничтожьте топливо. Протест – это преступление. Погибли и унесли. Протест – это преступление. Погибли. Цитадина! Цитад! Цитадина! Так она что-то... Что-то не уничтожается. Граждане Филадельфии, прекратите асоциальные действия и разойдитесь по домам. Ну, обыскиваем. Внимание всем гражданам. Просим разойтись по домам, соблюдая спокойствие. Уровень угрозы блять, непонятно, сука. Сделаем это, черт, давайте сделаем! Внимание, граждане! Подстерегательство в мятеж не является... Америка! Как эту срань взорвать, нахуй?
Я что-то не понимаю, ебать. Ебать, эту хуйню вообще реально взорвать? Надо? Спешите, Том! Борисов, это наш город! Предупреждали, миротворцы арестуют всех наносящих ущерб государству. А, вот. Вот так можно было, я что-то не понял сразу. Все захвачено, на. КНА хранила запасы продовольствия в закусочной Уиллоус. А теперь, когда ты ее захватил, мы сможем раздать эту еду жителям города. Спасибо тебе, Брэдди. Рюкзак увеличительного объема. О. Теперь 1200 надо собирать, бля. Денег-то вообще нет. Или Альфа вызывает Шанис. Слушаю, Шанис. Машина, ехавшая к ратуше, была приманкой. Не вот это? Они узнали, что мы трупы. Прекращай операцию. Они заманивают тебя в ловушку. Прекрати преследование и выбирайся оттуда. Мы уже. А вот еще экран. Ой, там смотри, сколько экранов. Так, давай. Чучхи, чучхи, да. Это не считается почему-то. Нормально. Нарушение общественного порядка будут наказаны. Подстрекатели будут арестованы. А вот эти экраны не считаются. Ваше время пришло. Там. $100. Ну пиздец мало просто, блять. Это вообще ни о чем. Пошли сюда, вот эту хуйню сломаю. Граждане Филадельфии. Прекратите асоциальные действия и разойдитесь по домам. Что ты делаешь? Все. Блять, ну с них и денег мало, пиздец. Так, а здесь рынок, да? Подходи, посмотри, у меня все есть. Даже электронные часы с радио. Непо. Классический дизайн красивый. Батарейки. Заряженные батарейки. Справимся! Отмените, что меня по-настоящему радует. Круши все! Ничего я не знаю. Ага. А что у нас тут? А, генератор. Я уже посвободнее стал, я по кайфу ходить. Блять, за это хоть денег дают мне, блядь, за то, что я вот эту хуйню эту крушу всякую. Давай сюда теперь. Ну что, вы готовы? Есть что, не? Чё? Да ёпта, ну, блять, ну, то подождать не можете, заебали. Пару поставлю. Дефиле Альфа. Так. Шанит? Ответ. Где-то радио Шанит? Где-то, блин. Слушай. Ты в порядке? Шанит? Блядь. А где радио-то? Всё.
Бля, ты что делаешь? Я здесь не был. Иди нахуй, сейчас чокнешь, блядь. Курва ебаная. Так, это что, заброшенный дом священника? Вот, блядь, здесь я не знаю, как залезть. Может, надо выстрелить, сейчас пойдем сходим, глянем. Тем, что новоорлеанская альфа. Есть пожитки-то какие? Нам пожитки собирать, бабки, блядь, нужны. Вкачиваться надо. Тайнички там шарит, вся хуйня, блядь. Как же меня все это достало. А хуй закрыл-то, а я за это хотел. О! Да я профи, блядь. Че-то мне пизда вообще, что-то я умный стал вечером. Оказывается, так можно было зайти. Беги, беги! Точно, ты побежишь. Ну. Хуя себе, беги, блядь. Ты чё, охуела, что ли, вафля, блядь? Так нельзя! Так просто нельзя! Пошёл нахуй. Твою мать! А это не открывается, что ли? Ну-ка, не вот эта утка. Вроде не. Ладно, пойдем активацию сделаем. Зачищено. Вообще все так делали. Но там еще задание есть. Кажется, они расследовали жестокое убийство миротворца. Значит, не только мы решили сражаться с чучками. А что тут нихуя не взять? Что там по заданию? Что за музыка уебанская она? Задание. Работа 2. $300. Так, а задания тут еще есть эти. Еще вот тут что-то есть. Одно, да, задание. Давай глянем. Что за квест? Сколько денег? 150. Мы обратили внимание, что очевидцы говорят, что он не потерял гордости и присутствия духа. Его а для чего они их используют? Исполнялись много раз. И на ура принимались людьми. Блять, ночь наступила. Сфотографируйте генератор. Блять, их еще найти надо. Хуй знает, где они есть. Так, один нашел. Сопротивление только что напало на полицейский участок. Уйди нахуй. Упорные ребята. И чё? Так это и есть генератор, ёпта. Могу помочь, я хорошо знаю этот район. Да ты еще потеряешься. Что-то не фоткает, пацаны.
Торфируйте генераторы. А как они выглядят, если... Ну, это по-любому вот генераторы, но я ж... Не могу ошибаться, ёбаный рот. Нам больно это слушать. Да, второй найдем. Если не сфоткается, значит, это не то, что нужно, ебать. Где генератор это? Что-то не могу найти генератора на. Где генератор это, блядь? Проклятые чучхейцы! Я не схожу с ума! Я свожу счеты. Эй, киллер, слышал о твоих подвигах в Эрнсте? Впечатляет. Это-то да. А где генератор? А, ну вот один. Во, блядь. А... Почему тот не сфоткался? А, вот еще один. Сопротивление может за себя постоять. Отдадим им должное. Ну, эти не фоткаются, как короче, это? Я понял. Только с прожекторами. Блять, еще и много, 8. Это придется весь город оббегать. Это ж вообще пиздец. Типа крутые, но без своих пушек вы никто. Ну. Герой, блядь. Ладно, давай похуй, оставник ебанем пизду. Искать это все галиматью, блядь, мне вообще не в кайф. Под конец серии. Куда идти? Далеко? Да нет. А там, если по пути будет попадаться, будем фоткать. Ну и чё? А, кофе тут эту хуйню можно все продавать, ёпта. Дрочит. Не лутается, серьезно. Сделаем все тихо и незаметно. Без шума и пыли. За раненым городом наблюдает наша соратница. Ага. Шо ж, другую локацию что чекают, нахуй? Куда я прибыл там? А, опять сюда, что ли? Вижу врага! Так. Чё, блядь?
нихуя не пойму, что за хуйню они мне вводят. Еще куда-то телепортироваться. Эй, Брейди, тебя ищет Пэриш. Они с Даной в командном пункте. Ты показал людям, как надо бороться. Я сижу и думаю. На. Мы должны бы уже узнать, где он. Хоть что-то. А вдруг его убьют? Как мы начнем революцию без Уокера? Знаешь, людям нужен герой, за которым они пойдут. Тут мы бессильны. Мы можем лишь дальше сражаться. Эй, Брэди, друг. Заходи, заходи. Ты фантастически справляешься. Такими темпами ты скоро сядешь на мое место. Приятно, что хоть кто-то знает, что смешно делает. Эй, кто вызвал скорую? В чем дело, док? Что вас привело сюда, доктор? Кто-то сказал, что мы нашли пластырь? Слушай, Кроуфорд сообщил. В КНА знают про арсенал. Скоро атака. Что ты сказал? Потеряем его, потеряем все. Все оружие, снаряжение. У тебя есть время отвести людей. Но не без оружия. Оно нужно для восстания. Мы не можем воевать ложками. Нет-нет, нужно все вывести. Найти, куда все спрятать. Нужно опередить их, ударить раньше, чем они. Да. На эвакуацию все равно нужно время. Остановим их. Устроим им засаду. Ну, хотя бы взрывчатки у нас полно. Хватит, чтобы чучхейцы долетели до Пхеньяна. Любишь фейерверки, Итан? Это что, смешно? Шутишь об убийстве, словно это пустяки? Эй, док, в прошлый раз я победил в дебатах с помощью винтовки. Куда мы спрячем пушки? В безопасное место. Лучше в несколько. Так что... Эй, док. Нужны твои клиники. Ты псих? Прекрасно. Когда революция начнется, оно будет там, где нужно. Нет. А если его найдут? Они всех казнят. Мои люди под ударом. Решение не идеальное, док, но мы на войне. Я 4 года просил, занимал, крал, чтобы клиники открылись. Да это даже не клиники. Но других нет. Только они есть. Мы будем осторожны. Прости, выбора нет. Да черт с тобой. Дерьмо. Его люди. Супер. Ладно. Доберись до арсенала и устрой засаду. Мы с Даной соберем всех, кого сможем, и придем туда же. Только не веселись без нас, Итан. Слушай. Тебе нужно задержать их до нашего прихода. Нам нужно это оружие, пойми меня. Не подведи. Эй, Дана, идем. Нам пора. Я поговорю со своими. Встретимся там. Это Филиальфа. Всем бойцам. Нет в беде. Немедленно к арсеналу. Нам всем нужно. Нам нужно в арсенал. Ну пошли. Час ноль, блядь, задали. Ты со мной? Тебе понадобится пушка вот помощнее. Вот это возьми да. Возьми гранатомет, ощути разницу. Разница уже есть, но... Сейчас будем ебашить. Ну и чё? У Неда неприятности. Собирайтесь. Мы должны отправиться туда и помочь ему, чем сможем. Давай, давай. Я готов. Идем. Это Нед всем отрядом. К нам в дверь стучится КНА. Срочно нужна помощь. Мы пытаемся вывести оружие, но если мы их не сдержим, потеряем все. Поспешите сюда, если можете. Иду, блядь. Я пришлю к тебе Брэди и всех, кто свободен. Мы с Даной соберем наши отряды и придем как сможем. Держитесь, нам необходимо это оружие. Постараемся, Джек. Ну он знает, что я иду, поэтому на лофете. Нет, нам с ними не справиться, нужно отступать. Мы все еще грузим оружие на грузовики. Ты должен придумать, как их задержать. Твою мать. Хорошо, Нет, но не тормозите. Брэди, пиздец, как нужна помощь. Мы должны удерживать чучхи, пока Нед грузит оружие. Идем! Первые грузовики уехали. Вы молодцы, так держать!
Нужно дать время Неду. Сколько еще нам держаться? Еще два грузовика в пути. Нужно еще немного продержаться. Их здесь до хера, нам их не сдержать. Да почему не сдержать? Нет, тут пиздец. Парни, вы готовы? Синхроним, сделаю, что могу. Парни, вы сделали все, что смогли. Отходите ко мне, будем обороняться здесь. Эдди, давай. Нам нужно добраться до машин раньше ублюдков из КНА. Быстрее. Ну давай, давай. Это Перриш. Чучки окопались, мы не можем пробиться. Они прорвались! Назад! КНА штурмует нашу позицию! Долго мы не протянем! Их протянем. Здесь дохера! Нам их не сдержать! Надо удержать их, пока машины не загрузят! Рассредоточьтесь! Каждый берет свой сектор! Я могу они и все секторы назад! Прохуячить! Защищай машины! Прости, они нас заблокировали! Тебя не пробиться! Надо! Нам их никак не обойти! Дирижабль от нас не отстает! Придется отступать! Блин! Черт возьми, Джек! Ладно, мы вывезем оружие и листовки, пытаясь! А вот и очередной грузовик. Мы вывезли большую часть тяжелого оружия. Держитесь! Где, блядь, подмога? Вообще мне сложно. У нас нет шансов! Нет, нам нужно уходить! Возьмите себя в руки, еще чуть-чуть и мы закончим. Почему шансов-то нету? Есть. Нек, нам не продержаться. Прижмите их! Пизда, 8 патронов на. Блять, ну помогайте, сука, сволочи, блять, к вам человек зашел, блять. Ой, блять. No comments, нахуй. Тупые пиздец, я хуею, блять. Просто эмпай просто отдыхает, честно, блять. Внимание! Честно, честно, давай. Пацаны, это нам просто это пиздец. Быстрей, со мной! Это Перриш. Ладно, поставлю, где я закончил там возобновляю. Ладно, мы вывезем оружие или сдохнем, пытаясь. Это а свой. Вот очередной грузовик. Мы вывезли большую часть тяжелого оружия. Держи. Где, блядь, подмога? Блядь, что не в каких-то... У нас нет шансов. Понял. Нет, нам нужно уходить. В каких-то скафандрах, блядь. Возьмите себя в руки, еще чуть-чуть и мы закончим. Да, что мы кая въебал. Да заткнитесь. Прижмите их! Дай пострелять. Задание хоть сделаю, крепкий, блядь.
Все, поехали. Все молодцы. А хоть заработать достижение 10 из 15, пошли, чем пошли, они пошли, больше. Слава яйцам, уходим! Ебать. Блядь, ёпта. Сука, компонентов нету, блядь. Подожди, тут эти... Гаврики. Пошел на. Сейчас трупы залута. Голиаф-то расхуячил, а достижения не дали. А вот еще один труп. Да не, чтобы патрон не покупать, собрать нахуй с них все. И все. Еще один тут труп, да, нет? Отлично! Молодец, теперь уходи оттуда! Оторвись от хвоста и принеси мозг в метро! Получи достижение. Какое, Брэдди, я не заметил? Я слышал, Нед погиб. Черт, жаль, мы не успели. Чучки набросились на нас как... Ладно, это уже не важно. Извинениями людей не вернешь. А где патроны? Не знаю, как без него. Постараемся, чтобы его смерть была не напрасной. Если доставишь мозг, это будет большая победа. А, ракета для РПГ, заебись. А как тут выйти-то на? Пацаны. А, наверное, там по улице. А, ну он путает меня, блядь, карта нахуй. Еще тут боеприпас есть, но уже не берет полно. Теперь еще дальше идти, блядь. Хуя спортсмен, и вот бегаю, блядь. Прокачался. Ну что, чуваки, получайте, расписывайтесь. А, еще дальше те. Ёбаный в рот. Где это, блядь? Ну, другой тоннел он затем. Все. И все? Брэди, рада, что ты вернулся. Да кахоля, я всегда возвращаюсь. Нед был хорошим человеком, настоящим лидером. Он погиб, сражаясь за нацию.
Ты вернулся. Не все смогли. Нед и его люди погибли. Я гляжу в будущее, и в этой зыбкой тьме я вижу созвездие света, добрые дела, радость и любовь, которые исходят от нас, когда мы идем по жизни. Когда кто-то погибает, огни тускнеют, и будущее становится темней. Я хочу убежать от этого, но слышу, как кто-то кричит от боли, и просто не могу. Я должен помочь. Я возвращаюсь к работе. Пытаюсь отдохнуть. Сейчас подлатаем тебя. Дай взгляну. Надеюсь, ты отдохнул, Брэди. Брэди. Если ты ищешь Перриша, он в команду. Умер быстро. Надеюсь, он не страдал. Надо все вывести, Джак. Как нам лечить людей, если ракеты мешаются под ногами? Знаешь, Док, у меня такое чувство, что тебя что-то бесит, но я не пойму, что именно. Не подкалывай, Джак. Я не в настроении. Слушай, мы добудем тебе еще припасы. Черт, да я рентген тебе достану. Мы добудем, поставим и запитаем от генератора. Не волнуйся, скоро оружие из клиник попадет в руки народа. Жестокость лишь порождает жестокость. Это революция, Док. Война. Мы защищаемся. Брэди спроси, он уделал Голиафу одной левой и смог достать мозг. Ты теперь герой, сынок? Дана, ты где была? Схватила пару раненых чучхи, допрашивала их. Да? Ну и как? Не говорю на корейском. Но я оставила сообщение, универсальное. Что это значит? Что ты сделала? Париж, включи телевизор. Тебе понравится. Приветствую на KAC. По всей Америке люди продолжают отмечать захват лидера террористов Бенджамина Уокера у нас в Филадельфии. Было заявлено, что Уокер предстанет перед судом во Дворце Правосудия в этом месяце. Ты в это веришь, черт? Ты в это веришь? Мы тут землю роем, пытаясь его найти. Они сами говорят нам, где он по ТВ. Дворец Правосудия. Для меня он дворец независимости. Наконец-то нам есть чем заняться вместо просиживания задниц. Эй, мы спасем Уокера от суда, а он раскочегарит революцию как сможет. Спасем его? Так просто? Это место буквально заковано в сталь. У тебя в стакане дырка, Бернет. Весь свой оптимизм на штаны пролил. Да, на док прав, будет трудно. Но знаешь, не всегда везет. Что нам нужно? Это старый добрый шок и трепет у суда. Мне нравится Уокер, но стоит ли рисковать из-за него? Док, ты не понимаешь, люди готовы восстать, но не осознали это. Я бы сказал им, но не могу, не нахожу слов. Уокер может. У него есть способы заставить людей понять, что страх не дает им действовать. Когда они поймут, ничто их не остановит. Эта революция станет бойней. Думаешь, есть мирный путь? Слушай, у нас есть мозг от Голиафа благодаря Брэди. Мы сопрем Голиаф, вставим мозг и им пробьем себе дорогу внутрь. Этот план я могу принять. На этот раз мы сможем дать под зад чучхам. Но до суда мало времени, пора браться за работу. Брэди, нужно отнести мозг Хезер, она наш лучший инженер. Она сможет понять, как он работает. Лаборатория Хезер находится в Эшгейте, но у нас нет туда доступа. Наш шпион Кроуфорд поможет тебе. Он притворяется коллаборационистом. Я попрошу его встретить тебя в Холлоуэе и придумать что-нибудь. В конце платформы поднимись по лестнице, там начало тоннеля в Холлоуэе. Ну что, чуваки, давайте на этом сервис закончим. Завтра начнем. Брэди, Холлоуэй в той стороне. Всем спасибо, всем пока.